Всем большой привет! Вы на канале Horror Games. С вами я, Кристина Лэй, и мы продолжаем играть в игру под названием Diablo 2. Итак, ребят, в предыдущей части мы с вами нашли нога Вирта. Ничего пошлого в этом нету, просто нога Вирта. Вирт, так зовут чувака. У нас с вами очень много зельев и очень много камней, которые желательно в ближайшее время куда-нибудь вставить. Мы с вами поискали в предыдущей части, получается, что-либо, что куда можно вставить камни, чтобы освободить место для фиолетовых зелий. Но мы с вами нашли только пояс, и, как вы видите, там особо нету никаких дырок, чтобы вставить. Да, и почему-то слово «пояс» написано с маленькой буквы, хотя все остальное... Оу! А здесь большой буквы. Все это время оно все с маленькой буквы писалось. Это очень странно, потому что это как заголовок идет. Ну ладно. Не будем занудствовать. У нас здесь с вами есть новое задание, которое называется «Инструменты мастера». Поищите хородримский молот в монастырских казармах. Остерегайтесь кузнеца, который его охраняет. А точнее всего нужно убить будет кузнеца, который его охраняет. Где этот монастырский храм? Мы с вами не идем в портал, я напоминаю, у нас получается портал на 5-м уровне башни. Это очень-очень глубоко, до туда идти еще и идти. Нам проще сразу черный топ, белая футболка и прочее. Черный топ, короче, мы сделаемся здесь и идем дальше наверх. Там у нас нужная нам локация. И еще раз повторюсь, что мы не должны забывать нажимать Ctrl. Это дает нам с вами усиленный бег. По факту она и так ведь бежит, да? А здесь она бежит прям как будто 22 часа. Она очень хочет какой-нибудь себе алкогольчик прикупить. Только что вопрос пришел на ум. Я извиняюсь, вы видели, какая маленькая птичка летала здесь, крыска? А с нее выпал бердыш. Я, конечно, все понимаю. Но как в маленькой птичке в вашу дивизию поместился бердыш? Этого я не понимаю. Есть, короче, такая игра на Ютубе. Называется «Подземелье Чикен Карри». Кто любит «Подземелье и драконы», это ролевая игра. Кто играл, может быть, кто знает, в общем. Это у нас что-то наподобие. И там был в первых частях, и там немножечко последующие части тоже затрагивало, там был у нас медведь. Медведь, которого играл Харламов, да, по-моему, он. И у него было, в общем-то, место, где хранятся всякие... приспособления. В основном он хранил монеты там и амулеты, но, как бы, как говорится, естественный карман. Что под этой формулировкой подразумевается, это у нас с вами место, которое сидит на туалете. Я думаю, вы поняли, о чем я говорю. Возможно, у этих птиц настолько длинный анус, я извиняюсь, что поместился бердыш. А возможно, просто что-то пошло не так. И это просто-напросто не продумали, когда делали игру. Скорее всего, в последнее, конечно. Потому что это какой должен быть... Ладно, все, перестаем. Так, я здесь не нашла портал, потому что здесь оказались очень сильные монстры на тот момент. Они сейчас сильные! Вы что делаете? Они огненные, у них, видимо, какое-то сопротивление идет. Я перегружена. На самом деле? Это что это? Ну, маленькое зелье. К рейтингу атаки. Вот я не понимаю, на самом деле, что значит этот рейтинг атаки. Как по мне, это не особо важная вещь. Интересно, а опыт, который Абайя делает, он мне приходит или нет? Как вы думаете? Ну, то есть, возможно, она сама качается, я не знаю. Надо вот здесь магию льда надо прокачивать. Но у нас есть с вами в целом лучница. Я не смогу нести больше. Я не смогу нести больше. Ладно тебе.
Не знаю, сколько что стоит, поэтому берем просто что покрасивее. Вот такая у меня логика. Мы первым делом сейчас ищем с вами портал. Мы не ищем сейчас с вами босса, не ищем с вами задание. Мы ищем с вами портал, ребят. Камушки, 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 камушки. Вот такие камушки, камушки. Кого ты любила? Блин, я же убила вас всех. На кой ляд вы здесь стоите? Вопросик. Я перегружена, думала, что любовь. А по факту можно прокачать огонь так сильно, что даже те, кто сопротивляется огню, чтобы получали офигеть какой урон. У нас с вами еще ни разу не было в драгоценных камнях черепка. Очень хотелось бы вам показать этот черепок. У нас с вами на следующем уровне, требуемый уровень 12, можно будет прокачать огонь. Подождите, а у нас какой уровень-то? 11 только мы достигли с вами. Неисправимая девчонка. Да я хочу выйти отсюда, вы чё? О, я в свою стреляю, извини меня, малая. Извини меня, малая, я больше так не буду. У нас пока с вами есть заморозка шага. Давайте поищем. Возможно, ее убьют раньше, чем мы что-либо найдем. Но пока у нас есть заморозка шага, я думаю, самое то поискать портал. А мы с вами вышли... Ага, я помню, где портал, он прямо здесь. Тогда обороняемся от того, что мы с вами набрали. Портал должен быть прямо вот здесь. Кто в кого стреляет-то уже, а? Портал должен быть прямо здесь. Я помню это. Я это помню. Нет, я этого не помню. Ту-пу-пу-пу-пу. Где-то, значит, мы прошли уже портал. Да иди ты в пень. Где-то должен быть портал. Я отсюда не уйду, пока ты мне портал не дашь. Ладно, ладно. Идем. Идем. Что вы это хотите от меня, я понять не могу. Да. Да. Ответила бы я в рифму. Да не могу. А, у нас зелья только такие, а почему-то она большие не продает. Возможно, мы сейчас где-то профукали. Давайте посмотрим. Блин. Нам нужно оружие с вами, нам нужно с вами оружие. С камнями. 68 тысяч, вы чего? Ай, блин. Я ведь не трачу деньги абсолютно. Я купила только пояс. У меня места нету для фиолетовых зелий. Ситуация осложняется, ребят. Ситуация осложняется. Давайте искать тогда, я не знаю, шлема, доспехи, добрый куда вечер. Можно вставить камень. Нету нигде, видите, что? Прямо печально вообще. Гид, а гид? Продай нам что-нибудь с камнями. С отверстиями, точнее всего. Не продает. Это грустно. Мы с вами ходим, как эти.
Ну, я, конечно, куплю шлем себе, но лучше мне от этого не стало. Надо камни куда-то девать. Тяжело. Так-с. Ну что, пойдемте грустить все в камнях, в драгоценностях. Надо искать портал. Он определенно где-то рядом находится. Превосходные кожаные перчатки. Блин, малыха, прости. Ищу портал, вот. Все, я же сказала, что мы его найдем. Так. У нас, еще раз повторюсь, после каждого похода в портал у нас обновляется абсолютно вся продукция у всех торговцев. Поэтому есть смысл немножечко походить вот так и поискать то, что нам действительно было бы нужно. Ого! Блин, кумение стрела огня, вот это плохо. Если бы здесь было кумение стрела огня, то мы бы с вами взяли, просто не раздумывая. Нигде больше нету нашего умения к стреле огня. Огненный след есть, кстати, хорошая, я уже говорила, классная сила. Ой, ну вы... Да, давайте сделаем... Нет, не так, давайте сейчас... Короче... Минутку, подождите, сейчас я разберусь совсем, все сделаю. Так. Ничего нету. У нас с вами перчатки. Печально. Гид, может быть, ты нам что-то предложишь? Что-то предложишь или не предложишь? Видимо, ничего не предложишь. Окей. А у нас внизу здесь есть кто-нибудь? Может быть, тоже какой-нибудь продаванль есть вот здесь, внизу? Ну, видимо, к сожалению, его здесь не придумали. Тогда мы делаем следующим образом. Смотрим еще разок. Орден приветствует тебя. Смотрим еще разок. Ну, теперь все тут вообще печально. Ледяной доспех есть. Но нам не нужен ледяной доспех, как бы. Стрела огня плюс 2 к умению, ребят. Атака 2-8, блин, а тут атака 1-5. Но если учесть, что мы с вами деремся. Сложный вопрос. Нам давайте купим, потому что нам нужно куда-то камни девать. Я не знаю. У меня, конечно, урон будет ниже, но мы как бы этот урон действует только когда идешь в рукопашку. А когда идешь не в рукопашку, что я делаю постоянно, то все-таки мне важнее получить плюс 2 к урону умения к огню. И камушки. Где ты, блин? Это этот, что ли? Да, давайте купим его. А вот этот продадим. Жалко, что нельзя камни из них доставать. Я согласна с вами. Так, а теперь... А, у нас здесь... А мы можем с вами... У нас тогда серый стоял. Ну, нежить у нас, по-моему, уже отмирает сейчас. Поэтому было бы, наверное, логично сделать полностью на огонь заточенный посох. И тогда наша стрела сейчас наносит просто капец сколько урона. 23-31. Она носила до 25, вы понимаете, да? Но опять же, мы освободили с вами только одно место. Давайте поищем у Чарси, возможно, что-то есть. Рада видеть тебя. Я тебя тоже рада видеть. 1000 лет не виделись, однако. Почему-то все с ячейками, блин, слабые очень. Прям не хотят нас с вами обмундировывать. Это благо, мы еще с вами на пояс попали, вы видели, да? Нет, не было больше ни разу, после того, как мы пояс купили, не было поясов таких.
О, блин, 23. Так. Ну нет, это бессмысленно. У нас сильнее гораздо. Ну, что я вам скажу? Денежку обратно кладем. И идем. Такая рифма у нас получилась. Надеюсь, что все-таки то, что мы поменяли один посох на почти такой же другой, хуже нам не сделает. Ты не привлекай внимания своими стрелами, я тебя прошу. Выходи. Надо дверь закрыть. Спасибо. Сейчас будет мясо. Я ненавижу лучников. Мясом даже не попахивает. Даже под копченостью не попахивает, я бы сказала. Стоп, это нам куда получается? Вниз, что ли? Моя чуйка говорит, иди нам вниз. Чё дверь закрывала? Чтобы не дуло. Тут везде все свободно. Ветер так и хлыщет, так и хлыщет. Самоубийцы, блин. Вот отряд самоубийц, а не то, что было в фильме. Я камни хочу. Вы разбаловали меня. А теперь камни мне не даете. Ой-ой-ой, магический. Камни хочу, молодцы. Ой-ой-ой. Отлично. Камни я хочу, только ставить их некуда. Вот это печаль. Ты опять привлекаешь ненужное внимание. Магического, главное, не пропусти. Где-то там воскрешатель стоит тоже мне. Иди сюда. Прокачаемся мы сейчас с вами, ребята. Офигеть как. Ой-ой-ой-ой-ой. Хочу черепок. Ну нет, видимо, не вниз. Сегодня я обозналась. Видите, что делает? Да, блин, как будто я против. У меня... Ну, как-то так. Ну, я была не права, хорошо. Удобно, когда портал рядом, прям вообще. Здравствуй. Ну, а чё? А, ничего. Не будем... Ну, блин, давайте посмотрим. У нас сегодня поиск вещей для камней. Я быстро посмотрю, совсем быстро посмотрю. Ого. 9-6. А, оно покупает из тайника, то есть вещи не обязательно перекладывать. Отлично. То есть тайник здесь нужен только для того, чтобы не украли при смерти. А я... О, зелененький. А я-то постоянно, вечно деньги переводила, сколько нужно. Вот это я, конечно, молодец. Да что ж вы все такие обычные? Камни в железо не вставляются, что ли? Ладно. Побежали дальше. Почему нельзя было дать мне всех наемников во вселенной? Почему они такие жаднющие? Босс ведь ни разу, вот чтобы босс хоть раз напал, нет, он будет своих дьяволят воскрешать.
О, казармы. Это я не сейчас, не для себя. Для себя, но не сейчас. Чтобы потом время не тратить на это, а сразу бежать в портал. Готова ли я? Убивают! Девочку мою убивают. Как же... Сейчас, дайте я посмотрю, как зелье перекидывать наемникам. Потому что очень грустно, когда ее убивают. Диабло 2. Как передать зелье наемнику? Используя зелье здоровья в... Прям что вы... А, при нажатой клавише Shift вы можете передать зелье наемнику. Shift. Ой. Ау! А, она сразу его выпила. Ой-ой-ой. Это я хорошее зелье потратила на нее. Тогда давайте сделаем следующим образом. Научились передавать зелье. А, подождите, так я за нее пью, блин, что? Я не понимаю. Видимо, я все-таки за нее пью. Я думала, я ей передавать буду, а я пью. Вы можете использовать зелье здоровья прямо с пояса, при нажатой клавише Shift, чтобы передать их наемнику. Я зелье с пояса передаю, то есть, типа, я нажимаю Shift, давайте проверим. И нажимаю, типа, это выкину. Жалко просто тратить. Я такая хоба, и наемника покормила через Shift, правильно? Ну, надеюсь, правильно. Правда, теперь еще за ней следить надо. Это очень нехорошая вещь. И надо портал тогда создать. Еще один рядом сейчас будет. Нас сейчас кокнут с вами. Приходится поступать именно так. К сожалению, надо за боссом идти. Вот я его вижу. Иди сюда, тварюга. Лучники. Shift 1. Пью почему-то я, а не она. Печально. Как тебя напоить-то? Блин, где-то босс. Два босса. Легкий шлем. О, у нас с вами дали первый раз топаз. Ты подарил мне голубой топаз, когда мы встретились в последний раз. У нее жизнь копится независимо от меня. Ох. Ага. Ну, то есть ненадолго. Окей. Ну, мы идем правильно. Это если надо будет убегать. Когда вы успеваете в меня попасть? Что-то я ничего не поняла. Страшно, страшно як. Страшно, очень страшно, если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое. Добрый день. А зелье бы нам посильнее, конечно. 90 прям вообще маловато. Ага. Так, это маленькая композиция Special for You.
Вообще в идеале было найти вот такой посох с тремя, а лучше с четырьмя ячейками, и который дает плюс 10 просто к огненной этой стреле. Огненная стрела, вспоминаю, умираю, огненная стрела. Только о тебе и мечтаю. 12 уровень? Стоп! Блин, а мы с вами хорошие камни потратили уже на огонь. А мы тогда, если купим этот, то даже если мы вставим 1000 просто миллионов разных камней, у нас с вами не получится ничего. Ой, что-то встряло там. Какой-то лагерь-разбойниц, на самом деле, не лагерь и не разбойниц, что-то, какой-то тухляш. Тухляк тут происходит. Я бы купила, на самом деле, бы этот доспех, но проблема в том, что у нас нету с вами на складе места. А просто так сходить, это просто себя не уважать, потому что придется постоянно все выкидывать, и деньги от этого будут убывать, убывать и еще раз убывать, к сожалению. Ничего, как обычно, нет, на что я рассчитывала. Идем дальше. Вспоминаю, умираю, черные глаза. Женщина, почему вы сами не можете взять зелье? Очень медленно восстанавливает, очень медленно восстанавливает. Подожди, постой, надо восстановиться. Бая. С боссом, я чую, у нас будут некоторые проблемки. Потому... О, череп! Офигеть, он еще и сильный череп, по-моему. Надколотый череп. Ребят. Мы с вами... Куда пошла привлекать внимание? Мы с вами только что словили бинго! Все, сейчас восстановимся, подкопимся немножечко и идем дальше. У нас здесь есть... Маленькие эти комнатки открывать вообще бессмысленно, абсолютно. Нам нужно прийти к главному, а главное у нас явно находится где-то, где есть место для раскрутки. Прям мне в глаза смотрит. Как же так можно-то, а? Где-то я услышала камень, если мне не изменяют мои уши. Сожжение маны. Он мне ману фигарит. Фух! Кортики падают, стали почему-то падать. Очень сильные. Ой, не сильные, а дорогие. Как-то пошло тяжело. Как-то пошло прям совсем нелегко. Ну ладно. Длинный посох, он будет стоить дофига, даже если он слабенький, он все равно будет стоить просто миллионы, миллионы, миллиардов. Сейчас уже главный босс будет, ребят. Где-то он, видимо, вот здесь. Давайте мы очистим поверхность, чтобы... Когда он нападет, нас ничего не отвлекало. Давай, замораживай их, детка, давай, помогай.
теряю черные глаза. Что мне эта песня заела? Зачем вы ее поете? Сбиваете меня. Ну, похоже на босса, конечно. Но давайте проверим верхнюю дверь. Верхняя дверь на босса не похожа. Она похожа на ту дверь, которая нам просто вынесет мозги сейчас. А возможно, они соединены вот так вовсе. Блин! Не дают выйти, блин! Хорошо, что портал создала. Не так далеко идти придется. Здравствуй. А мы не заберем. Мы, к сожалению, не заберем, ребят, с вами труп наш. Там камни были. Ай-яй. А как ее покупать? Как? А? Блин! Есть один вариант, как дойти. Это послать ее на передовую, чтобы пока ее валят, мы с вами быстро забрали наши шматки. Шматки наши забрали быстро. А, подождите, у меня почему-то здесь все сохранилось. Странно. Обычно оно пропадает. А что тогда пропало? А, мы с вами без пояса, мы с вами без пояса, у нас нету пояса, поэтому... Я сделала это, ребята, денежки потеряли, да? А, денежки не вернули с трупа. А, мы вернули только наши с вами предметы, которые на нас были надеты. А экипировка, типа, вот здесь, она остается. Ой, тяжело. Хорошую девочку просрали, на самом деле, прям грустно. Раиса, давай тогда ты будешь с нами ходить теперь. А, нет, нам нужно морозное. А на мороз? Ну, как-то странно. А чё мне просто подсвечивающиеся? Мне надо, чтобы она замораживала. Дебби вроде замораживает у нас. Дебби. Я не знаю, прям. Камни, наверное, продавать стоит. Привет тебе. Первая наша с вами смерть за все игры. Зелья такие дешманские, прям вообще. Я рискну предположить, что мы еще не доросли до того уровня. Но нас в целом... Хватит карать. Нас в целом ведет туда. Ой, мои вы хорошие. Не знаю прям, что делать. Курицы в шоке вместе со мной. Ой, какие ботинки. Хорошие. Некуда камни вставить, ну некуда вставить эти долбанные камни, ну что ж такое? Чего хочешь? Я хочу, чтобы ты, во-первых, не грубил мне, а во-вторых, что-нибудь с дырками. Нету, ничего нету, кроме вот этого вот говна. Денежки оставляем, потому что, скорее всего, мы сейчас снова умрем.
И мы выжили с вами только вот на второй раз только благодаря тому, что мы с вами нашего наемника подставили. Грубо говоря, даже не грубо говоря, наоборот, слабо говоря, подставили нашего наемника. Использовали ее как пушечное мясо. А как долго они будут за нами бегать? Shift. Да нет. Почему она не пьет? Бред какой-то. Не понимаю, как ее поить в итоге. Ладно. Как тебя поить, женщина? Пей. Не пьет. Shift. Пей. Кто-то к нам подошел, что-то махнул возле нас. Ну, мы вроде как несколько сильных убили. Не убили. А, вот теперь убили. Откуда бы эти-то пришли? Не было же никого. 35. Не знаю, честно. Давайте попробуем так. Слушайте, мы туда пошли, там стояло очень много всех. Поэтому, мне кажется, они кого-то тут прячут все-таки. Прячут. Нам надо силу прокачивать, потому что нам не... Что? 10 очков силы можно было вкачать. Теперь я могу покупать нормальные вещи. Так, огненный шар создает сферу, которая взрывается и испепляет врагов. Первый уровень, 15-35 урона. У нас здесь с вами 25-35. Так, а эта стоимость сколько... Стоимость 2,5. А, смотрите, умение огненный шар получает бонусы от стрела огня плюс 14%. Давайте попробуем. По факту... Давайте один раз попробуем и... Все на этом. Оно работает как бомба. По факту то же самое, но при этом на радиус какой-то определенный. Неплохо. Я не смогу нести больше. Неплохо. Всякого какаху, всякую какаху набрала. Ну да, сейчас эта способность, кстати, очень даже кстати. Такая у нас маленькая тавтология. Такая способность очень даже кстати. Та-та-ры-та-та-та-та. Ой, доспех не посмотрела. А, ну, он вообще мало стоит, окей. Камни мне запилите, пожалуйста. У нее не было поставки, видимо, посохов. Нету второго отделения на посох. Хи. Да. Вещь-то, конечно, неплохая. Ну, я не помню, чтобы я пользовалась. У меня, по-моему, стрела, и все на этом. Блин! Что делать? Я буду искать вещи с дырками. Здравствуй. Я сейчас босса убью, у меня выпадет дофига зелье восстановлений. А может быть, в этих вещах в целом не бывает дырок?
Вы не знаете, не помните? Я просто что-то вообще не могу вспомнить. Вроде бы мы с вами вообще все предметы с дырками уже нашли. А они что-то как-то так. Даже вот щит есть. Странно, очень странно. Так, у нас есть... Так. В целом, вроде как, пока живы, так что хорошо. Зачем я это говно подобрала, вопрос? Топаз выпал. Ты подарил мне голубой топаз. Ну да, он объединяющий. Но босс точно должен быть где-то сверху. Я его чувствую именно сверху, ребят. А, это только проход к нему. Ёк-макарёк. Если тут и была магия, она давно рассеялась. А задание... Поищите молот в монастырских казармах. Стерегайтесь кузнеца, который его охраняет. Ну, потому что она, скорее всего, озвучила. Он где-то здесь. Она обычно молчит у нас. А, призрак ползет к нам. Я тличу призляка. Отлично. Все-таки я не промахнулась с этой силой, но хорошо. Огонь это клево, огонь это круто. Да-да-да, огонь, 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 е-е-е-е. Я тебя люблю, ты не обжигай меня. Меня и тебе. Женщина, Дебби, пожалуйста, обратите на меня внимание. Я здесь как бы одна. Ко входу она там стреляла. Мы пришли в ловушку! Тут все заперто. Как в эту игру можно играть без карты? Я не понимаю, честно. Эта игра создана, чтобы ходить по неудобной карте, которая накладывается на нормальную карту. Чё-то как-то... А, вот. Дэви, ты твою! Нужна ты мне здесь, женщина! Окаянная! Кажется, она где-то... Да, нет. Какой-то ты... Что? А, они были заперты, поэтому он меня не бил. Вот это удобно. Вот это офигенно. Блин, баба наша куда-то делась. Пойдемте, заодно посмотрим, что у нас там. Посмотрим, посмотрим. Офигеть! О, почему же я не могу использовать щит? Это очень печально. Да. Ай, да нет, конечно, не надо мне ничего менять. 5000! 5, так она его за 15 продаст. Перекупка-то сраная. Ой. Ладно. Держи себя в руках, Кристина. Все будет хорошо, Кристина. Итак,
мы тебе отдали офигеть какое оружие. Может быть, ой, офигеть какой щит. Может, ты нам дашь офигеть какое оружие, а? Женщина. Стрела огня, плюс 2. Нет, ну без камней вообще не вариант покупать что-либо. Добрый день. Ребят, чтобы вас не утомлять, я пробежалась по всем магазинам сама. Ничего нифига не нашла. Поэтому идемте дальше. Наверное, все-таки куда-то наверх надо идти. У нас осталось 2 портала, всего лишь 6-7 тысяч почти, что мы с вами лишь бы не просрали. Наверное, в следующей жизни, когда он станет кошкой, не-не-не-не. Как же мне до тебя добраться-то, а, Чичик? Ай, блин, открыла! С двух сторон напали. Блин, я не вижу нифига, с кем драться приходится из-за этих долбанных дверей. Я протестую. Блин, сложный чувак будет. Ой, очень сложный чувак будет. Если так потно с этими маленькими пиздиками, то... О, серьезно? Здесь есть портал? Не ожидала я. А еще сколько нам осталось, получается? Тюрьма первый уровень, и дальше уже в следующей серии у нас с вами будет босс. Круто. Круто и очень неожиданно. Что-то моя чуйка как-то не ведет меня к боссу. А, ну она привела меня к боссу относительно. Окей. Окей. Длинный посох. Это все, что нам нужно, поверь мне. Длинный посох, он как карамелька. Его не нужно сосать, но он просто очень приятный. Видите, я сразу всю толпу атакую и мешаю им ходить. Это очень круто. Это сила, мне нравится. Жалко, конечно, что она не так сильно прокачана, как все остальное. К восстановлению от удара, ну, такого себе. Мне нравится уровень, где можно потом будет все магичить. Это очень клево. Короткий лук. Какая-то скотина в меня стреляет. А! Клёво. Это клёво. Дебби, ты знаешь, где босс? Мне бы не помешал. Маленький такой босс. Что-то ее там зафлексило, эй. Не забыть купить портал. Не забыть купить портал. Убиваем, пока можем. Они не... А, они бьют! Они бьют! Закрыто же. Оу. Кольцо, кольцо.
Кольцо, кольцо. Так, не забыть. Не забыть портал купить. Не забыть портал купить. У нас с вами столько уже время прошло. Мы до сих пор с вами не... До сих пор с вами босса не... 153! Ты что издеваешься? Как много дают за желтый. Ай, начинаю сомневаться в собственной адекватности, ребят. Блин, ну долгая будет серия, потому что как-то тупо уже как-то на драйве просто пойти и, ну типа, угу, и уйти, и прийти там через неделю в эту игру, когда уже не помнишь, как драться, это очень тупо. Так, у нас больше всего зеленых этих камушков. Ребят, настолько важно фиолетовое зелье, что я убираю камни. А лучше потерять камни, чем потерять фиолетовое зелье. Но если там вроде оно не теряется при смерти, но все равно лучше потерять камни. Камни у нас добываются гораздо быстрее, как вы можете видеть, чем фиолетовое зелье. Фиолетовое зелье это у нас сколько? 4, 7, 8, 9, всего лишь 10 фиолетовых зельев за 4 игры. По часу почти, то есть 4 часа. И камней... Они, конечно, перестали резко почему-то падать, но все равно. Все равно. Но, ну да, кольца, конечно, дорогие. Скорости двое уменьшает время заморозки. Фигня. К скорости применения умений. На самом деле это хорошая сила. К ловкости, к мане при убийстве. При, да, сопротивлению 9. Ну, давайте, наверное, так сделаем. Минус 1 к урону? В смысле? Тебе, то есть, еще... У нас еще заберут один урон, если мы поставим этот щит. Я такое вижу в первый раз, чтобы что-то ушло в минус. На кой ляд-то это брать тогда? Странно. Я нечаянно. Я тоже умею стрелять! Я тоже умею стрелять! Представляете, не вы, блин, тут одни. Гаргульи стреляют у нас, офигеть. Сделаем поближе, ребят, потому что некомфортно, когда далеко. Опять фиолетовое зелье выпало, окей. Где, блин, босс ваш? Папка ваша где, ребят? Папку надо вам срочно. Мне надо вашего папку срочно. Или сейчас еще один пробудет в третий уровень, так же, как с вороном или с кем-то. Да, 10 уровень, 50 уровень. Ну, ёк-макарёк, ну. Что-то это такое, не минута покоя, не минута покоя. Сопротивление к молнии надо брать. Блин, попадает не туда, куда надо. Пожалуйста, помогай. Ох. Тяжело. Много урона наносит, очень много урона наносит. Блин, на этого, нам этого папашу хотя бы найти.
кого ты там убиваешь? Тут ничего нету, там ничего нету. Зачем мы вообще что-либо здесь делаем? Они больше понтов нагоняют на себя. Мол, смотрите, какие мы крутые. Да блин! Заманал меня. Превосходный посох! В попу иди, трезубец! Ай! Кого-то убивают! Меня убивают! Ну так выпей ее! Почему же я должна контролировать тебя? Ты взрослый человек! Ну! Мне нужна манна! Выпей! Возьми и выпей! Ой, я уже устав! Не знаю, где он, короче, сейчас проходим этот. Если там будет еще один уровень, то, ребят, продолжим в следующей уже части, потому что я на самом деле играю, это уже вторая часть подряд. И я немножечко, вы знаете, что я не особо играющий человек, потому что у меня начинает болеть примерно все через полтора часа. Я играю уже где-то 2.5 часа. Поэтому это больше моих возможностей. Недостаточно маны. Так я и пью ее. Но мне что-то кажется, что тут просто как до осла пешком просто идти до этого босса. А-а-а! Это чё? Что? Мы обратно вышли? Что? В монастырских казармах? Тут есть портал? Тут есть портал, ребят. В общем, мы до босса с вами не дошли, к сожалению, но мы дошли с вами до портала. Какая-то вот такая подозрительная история. Поэтому мы в следующий раз вернемся в тюрьму. А сейчас мы возвращаемся с вами в лагерь наемниц, разбойниц, да. Потому что это уже невыносимо. И мы с вами сейчас так обогатимся, что никому не снилось даже. Так, и эти камни, судя по всему, мне нужно, блин, продать. Ой, не знаю, что с ними делать. Прямо меня не в уныние подвергаю. Как это? В уныние вводят, вот как правильно сказать, да. 2.8, 1.5. Когда-нибудь я найду рыбу своей мечты. Посох своей мечты. Но, видимо, это будет не в этой серии. И, возможно, даже не в ближайшие несколько серий, пока мы не перейдем на новый уровень. Нету. Кольчугу можем с вами купить. Новую кольчугу. Новая кольчуга у нас дает... Ну, ни много, ни мало, конечно, но... Нафиг с ней, хочу новую кольчугу. Хочу быть секси-шпекси-шмекси. Сейчас смотрим нашего гида, возможно, у него что-то есть еще поинтересней. Я хочу шлем с камнями, я очень хочу шлем с камнями, но здесь нету такого. Что же это такое? Ни одного шлема с камнями и вообще никого. Смотрите, вообще нету камней. Неужели это настолько редкость? Очень, в общем, странно. Теперь идем плакать над нашим с вами тайником, сундуком. Фиолетовое зелье некуда девать, поэтому снова жертвуем зеленым камнем. Кладем монеточки. У нас с вами почти что 50 тысяч золотых монет. Я предлагаю на этом закончить. Ребят, ставьте лайки под этим видео, оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на мой канал. Ну а мы с вами продолжим и встретимся уже буквально через несколько дней в новой серии. Всем пока-пока!